Так, здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну вот опять же образец отливки свинцом. Вот то, что осталось в ковшике. Видите, наверху вот такой круг. Это, ну как бы голова, да, то есть это морок на голове. Вот таким ровненьким, таким, такой сферой идет, яйцом. Да, а вот это платье, да, вот я бы сказал, это платье судьбы. Потому что, похоже, с помощью какого-то платьица, видимо, потому что, ну, дальше отливку я тоже делаю, и там, в этом, на корне рода, там четко переклад судьбы в детстве, прямо в раннем детстве, видимо, там в каком-то младенческом возрасте. И вот, видимо, какой-то подарок, да, вот как переложили судьбу, с помощью вот какой-то детского платьица. И вот оно закрывает женщины, вот как бы, оп, видите, слетело, закрывает женщине всю жизнь, да, вот, то есть, видите, платье нехорошее. Платье, даже там можно посмотреть вот эти лица каких-то бесов, то есть вот это вот на ребенка скинули чужую судьбу. И, ну, в общем, у женщины сейчас и сил мало, и, как говорится, и, ну, множество проблем. Возможно, все вот из-за этого. Вот это мы сейчас отлили, еще остальное отлили. Ну, в общем-то, видите, детские платьица, вот какая подлость, да, часто родственники дарят, да, там, детям какие-то распашонки, какую-то вот такие, ну, я не знаю, пеленки, еще что-то, это принято, да, но вот видите, это может быть и колдовской подклад для младенца, конечно, подлость.